Это а дверь, по-вашему. А, я это, видел. Это, по-вашему, кокос. И что это? Кокос? Кокос. Человека, кто... О, кто... Привет. Привет. Как ты здесь оказалась? Старый, проснись ты уже, ёлки. Старый, эй, ну я что, сама должна их ловить? Ты совесть-то имей, пожалуйста. Всем привет, друзья! И знаете, мы тут с ребятами пришли проведать нашу бабушку. Вернее, она не наша, но, в общем, мы пришли ее проведать. Общую бабулю, я бы сказал, потому что ну, об да. этой бабушке знают, ну, я думаю, все. О, да. О, да. Ну что, тогда погнали, что ли? Давайте. О, ребят, тут только от первого лица. В смысле? А, в смысле? Блин, а где Ульяна? Я вижу капкан. А я вижу еще один капкан, а я вижу какого-то человечка, нарисованного на доске. Очень много капканов. А я вижу, как Лана стала телом Буба. Что там случилось? А тут нельзя прыгать, да, тут нельзя прыгать, я так понимаю. А меня сейчас бабушка, бабуленька моя пристукнет, да, бабуленька сейчас меня пристукнет. Уходим. Еще один капкан, ну конечно, еще один капкан. Ну что вы могли еще подумать? Извините, бабуленька, простите, пожалуйста, Ефросинья. Господи, как вас зовут? Боже мой, почему я? Так, Ульяна придумывает имена новые, я вас понял. Так, а что здесь делать вообще? А я могу присоединиться к игре и понаблюдать за вами? Давайте попробуем. Могу. А ты все? Ну блин, а. Да? Там слишком много было капканов, понимаешь? Я... Ешь привет! А что ты такой здоровый? О, привет, привет, а куда смотреть? Где ты? А ты просто можешь смотреть в любые стороны, я поверну камеру как хочу и, в общем, тебя увижу. Вот, видите, боже, это ёж. О боже, спокойно, спокойно. Ничего себе, скрылся прям как... В водосточной вот это, трубе конечно, почти. Ты тут делаешь? Так, Лана, а ты как там? Лана! Я не могу найти ни одного предмета. О, зато Ёши нашла. Здравствуйте. Ёши нашла предметы, не нашла. Это что, вилка? Это похоже на отвертку какую-то. Или что это такое? Ага, ладно, хорошо. Ой, кажется, у нас бабуля вышла. Ладно, тем лучше, ребят. В таком случае мы как раз-таки начнем с самого начала. Ну да. Ой, кстати, мы забыли сказать, что здесь новая глава. О, бабушка, это я. Оба-на! Ну, ну вот все, ребятушки, ожидали. Я вас накормлю пирожками, вот это вот все. Без бабуленька вариантов. Ёши Слав. Как я там говорила, Ефросинья, Ёши Синья. Ладно, хорошо, это перебор. Ёши Синья пирожепечененька. Как там, я не помню, как мы там говорили. О! Тише, не подходи. Перепечка, так. Да, съест перепечка. Все верно, да. А я могу огреть Ёши сковородой. Ульяна, смотри, тут сковорода, на ней ключ, который замерз, и нужно растопить печку по ходу. Вот это вообще мощь. Это прям какой-то игры разума какие-то. Как... Ёши, а ну уйди отсюда, ты пугаешь. А что ты такое? Вот зачем там встал сзади Лана, а мне стало страшно теперь. Господи. Ты кого прикончил? Преступник. Ты просто так решил кого-то попробовать прикончить, а почему бы и нет? За злая бабуленька такая, что тебе, может быть, пирожки? Испеки там пирожки, Ёши. Всякие пирожки делают людей счастливее. Я 100% тебе говорю. Вот я недавно кушала пирожки с капустой. Идеальная, просто, не знаю, поднимай. Это стоит, я тебе говорю. Не, вот я потом. Согласен. Это согласен. Я нашла ключ от сарая. Я бы поела пирожки с кошкой. Вот там такой вот. Не надо с кошкой. Не надо, я картина. Такие, там я дедулю увидела, он спит. А он хороший или нет? В смысле? Тут есть еще дедуля? Уверен. Да, там дедуля спит на кровати. А можно мне в окно? Я ага, хочу в окно. Ага, интересно. Я в окне. Вернее, я, собственно говоря, вышла из окна. Так. Ребят, а тут есть подвал. Подвал вам интересен? А я еще кое-что нашла. Вам ключ. Ключ нужен от сарая, говорят мне. А у меня ключ от сарая. Кто смеется? Вы слышали смех? Ладно, а ну-ка, да, я слышала. Давай на улицу, выпрыгивай в окно. Ну, можно просто через дверь, правда? Я выпрыгнула, но тут девочка какая-то стоит. О, я вижу тебя. Меня видишь? Я очень надеюсь, что у меня ключ именно от сарая, а не от подвала. И я умею читать, но сейчас мы это проверим. Да! Идеально, Лана, молодечек. Так, это какой-то штурвал, непонятно. Ёши, смотри, у меня есть штурвал. Вон парня сзади лови, вот тюкни его. Ну, отдавай его. Парня тюкнуть, ладно. А вас надо? Нас не надо, спасибо. Не надо. Точно? Блин, я упала. Лана поплыла куда-то. Тебя Лана скинулась в море. Видишь, что некрасиво. Это что такое вообще? Непонятно. Это не море, это какая-то канализация. Это не море, это максимум речка. А, ну да. Ну, будем... Да, это речка, это 100% речка. А можно в подвал? Оба-на! Я исследую новые... Так, нам нужен новый горизонт. Нам нужен навесной...
замок, навесной замок. Будем думать, что так оно и есть. Так, я пока буду искать, куда нужно применить штурвал. А, мы отсюда, кажется, вернулись, да? Вернее, появились мы отсюда. Слушайте, ребят, а здесь, а кто это... Ёша, а ты что, тут расставил, что ли, эти, как это называется? А, это для Ланы, не переживай, можешь вполне в них попасться, ничего страшного не будет. Понятно, все понятно. Ну это для Ланы было, она просто не хотела там общаться со мной, а я хотел с ней пообщаться. Да уж, я видела, это было очень опасно, а куда можно эту штуку присобачить? А кто с нами говорит? Я пока не понимаю, тут кто-то хочет поиграть с нами в прятки. Так, я тут спать собрался, или собралась, лучше сказать. Вы что пришли? Смотрите, ребят, вот тут что-то есть, вот тут что-то есть, ребят, ну посмотрите, пожалуйста, серьезно. А мы тебе не верим. Кассета. Да, я сейчас выйду в окно. Хорошо. Я выйду в окно. Не надо, Ёша, не надо, Ёша, не надо. Блин, реально какая-то штука. Спокойно, женщина. Вот это что-то за предмет или как? Это матчи. О, да. Ой, знаете, это как матча, такая вот напиток, как матчи. Да, 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 да. Это во множественном числе. Ага. Ой, дыра. Или футбольные тоже как вариант. А, тоже верно, да. Слушайте, а вот что тут? Кнопка какая-то, да. Навесный ключ. Я бросаю пока эту штуку, которая матчи называется. Мне нужно вниз, кажется, вниз. И там был навесный ключ или навесной, я точно не знаю. А куда мне, как мне скрыться вниз? Ой, не знаю. Ага, Ульяна, ну, в общем, если бы не Ёши был бабкой, то нас бы давно нас переложили. Нас бы уже прикончили. Я с тобой абсолютно согласна. Да, я уже потерялась. Видите, я такая все-таки добрая бабушка, а вы на меня грешили как-то, что типа, ой, Ёша злой. Не-не, Ёша просто еще не решил, какой он. Да в смысле? Я не хочу убивать вас. Вас точно не хочу убивать. Ой, так приятно, ой, не могу. Так, ой, а пока что я не могу, вот, да, как мне пройти вниз? Можно мне, пожалуйста, навигатор? Тут все ужасно просто выглядит, ну, в плане симпатично, но ужасно неудобно. Я соглашусь, конечно. Планировка этого дома, конечно, не очень удобная, и я бы подала в суд на того человека, кто... Привет. Привет. Как ты здесь оказалась? А я вот по водосточной трубе, Ульян, вот этой. О, понимаю. Так, а можно мне, пожалуйста, как-то... А ты наверху была, да, потом вниз спустилась? Ну да, потом вниз спустилась. Я вас потерял. Да мы сами потерялись. Отдыхайте, бабуля, отдыхайте. Да. О, Ульян, сюда может быть? Наверное, да, наверное, сюда. Идеально. Куда, ребят, куда? Давайте, я покажу вам что-нибудь интересное, посмотрю, помогу вам. Давайте. Не надо, спасибо. Мы тут сами, мы просто очень самостоятельные внучки, внучата, генератор. Кабель генератора. Ты видела этот генератор? Нет, я не знаю. Я тоже вообще. О, я куда-то... О, дедушка спит. Ну, старый, проснись ты уже, елки. Старый, эй, ну я что, сама должна их ловить? Ты совесть-то имей, пожалуйста. Нет, развалился и так сладко спит. Вот эти вот зеточки пускает. Зеточки свои забери себе. А у него на ногах, знаете... А, это я понял, это какие-то кроссовки из солями, судя по тому, как они выглядят. Ага. Вы видели? Нам на это нужно будет посмотреть. Ульяна, ты где? Я, кажется, нашла генератор. А я на улице. А как он выглядит-то хоть? Вот, пойдем со мной. Так. Как выглядит дед или генератор? Дед, я вижу его. Вижу, как выглядит дед. Генератор. Как выглядит генератор? Мне просто интересно. Сейчас мы посмотрим. Это такая штука, которая стоит в сарае. И наверняка что-то запускает Ульяна. Так, о, а ну-ка. Подождите, это на улице, да? А он что-то не работает, я не могу, я нажимаю на все кнопки, просто ничего не получается. А что если нажать на С? Я присяду. Да, ты присядешь, это логично. Значит, нужно следовать за проводом. Да. Это второй этаж. Да. А можно мне Shift, пожалуйста, включить? Слушайте, а я сейчас на улице еще нашел. А, это, короче, этот... Бревно? Бревно, это какое-то непонятное бревно. О, вижу Ульяну, здравствуйте. Не надо, до свидания, бабуля, мы заняты, извините, пожалуйста. Ты там хотела поспать, немножечко поспать, отдохнуть. Вообще, я деда хотел разбудить, наоборот. А чё, понимаю. Все видели деда, а я нет. Так, Ульян, я тебя все равно вижу, ну ладно, так и быть, я добрый, я уйду. Спасибо. Сейчас, пойду покажу деда Лане. А, не только Лане, вот, смотрите, вот, Ульян, смотри. А я его видела, я его... А ты видела то, что у него ноги из солями? Не, а можно просто отвернуться, это не страшно. А ты посмотри, вот, видала? Осторожно. Вот, такой вот у меня вот тут дед спящий. Довольный, смотри, лысенький, что-то. Да. Правда, у него что-то на голове странное. Тоже немножко солями переел и стал похож на солями. Ключ оружия. Ну да, это так, что вы, смотрите, осторожно будьте с солями, потому что у вас потом ботинки вырастут сами по себе. И на голове тоже появятся красные точки. Как будто солями появятся на голове. Лысина тоже.
Собственно, тоже это есть тоже такое. Слушайте, я никогда больше не буду есть колбасу после таких рассказов. Слушайте, а где этот генератор? Я не понимаю. До свидания. В смысле, я тебя и не трогал. Ты что такая? Ну, я просто решила пошутить. Я не понимаю, что происходит. Я уже разворачиваюсь. Да второй этаж, может быть? Ну, Ульян, пойдем сюда. Так это же второй этаж, нет? Это первый этаж? Нет, это первый вроде бы этаж, нет? Вы серьезно? Ну, вроде бы, да. Это второй. Я по лестнице поднималась. Если первый это был первый, значит, не, Ульян, не сюда. Уходи, уходи, не сюда. Хорошо. Блин, да, я хотела закрыть. Не надо закрывать дверь, я же тебя не трогаю, что ты. Ну, мне захотелось. Вот второй этаж, да, погнали. Ага. Генераторчик, а, ну вот, вот и он, ну вот я же говорил, ну нет, ёлки, это ну еще чего? Не правда, это не генератор. Да? Что ты врешь? А где мой... Ой, я кинула. Вот, нет? Вот он. Не подходи ко мне. Да я не трогаю вас, спокойно, я должен ударить для Спасибо. Того, чтобы вас убить, вы чё? Ну, слушай, иногда, знаешь, вот как в Пиге, бывают такие несчастные случаи, когда ты вроде бы не нажимаешь, а внезапно подходишь, и все, нет твоего друга, все уже, ты тюкнул его. Ну, хочешь на мне проверим, а то мне немножко уже надоело ходить, я пойду обниму Ёши и узнаем, убивает он так или нет. Давай. Нет, не надо такие жертвы, нет, нет, ладно, иди. Нет, подожди, Ёша, это для тебя колесо. Видите? Здравствуйте. Не работает. Давайте быстрее, работайте, вы работаете. Ну. Знаешь, что-то я как-то уже подустала. Ой, это Ёши. Ёша, а знаешь, ты такой фотогеничный. Где смотреть? А, ой. Действительно. Ёлки! Ну что ж ты пугаешь? Не пугай меня. Не пугай меня. А я могу Я же сказал, что я не убиваю. Какой поспать, Ильин? 4 страшно. Минуты должно еще работать. Ну давайте, вы можете, все, вы можете. Ну тут написано, что нужен какой-то предохранитель. Так, а у меня предохранитель, а где? Стойте, надо найти букву Е. А, нет, на кнопочку, а наведи на кнопочку. Не работает, написано, вам нужен предохранитель, значит у меня все-таки не предохранитель, оказывается. А что у меня, я не помню. У меня какой-то кабель. Кабель какой-то непонятный причем. Оп. В окно. Уходим. До свидания, не дайте толкайся. Я пройду. Дай пройду! Ульян, а что если попробовать его приделать вот там вот просто к этой штуке? Я уже, кажется, пробовала, но давайте еще раз попробуем, потому что вдруг у меня буквочка Е просто не высветилась, вот, а ну-ка. Подожди, ребят, так вот же генератор, ребят, идите сюда, где? Вот генератор же, куда? Нет? На улице, там, куда где смотреть? Вы красный ключ оставляли. Да мы там уже были, Ёши. Нет, там нет. Ну давайте я еще раз, давайте я повторю. Это же точно генератор, нет? Ой, вот, ой, вот тут вот, давайте. Комар рядом летает, поэтому подождите секундочку. Комар там делает, давай выруливай ситуацию, ну-ка. Я пытаюсь, ну давайте я присяду, присела. Так, осматриваю владение, левой стороны, с правой. Опа. Стоп, что-то было, что-то... Это, кажется, наверное, буквочка... Да, это вот эта штука. Это шкаф, Дверь просто открылась. Ладно. Кажется, нет. Так, блин. Ну а что за генератор? Где генератор-то вообще? Ну, я не понимаю, может это, знаете, вот генератор, но на самом деле это какой-нибудь телефон, я не знаю, ну... Как бы тоже генератор своего рода. О, а синий ключ, ребят, вам нужен синий ключ? А где он? Короче, вот около дома там можно спрыгнуть. Вот около дома. Сейчас я пойду. Да, вот тут, вот правильно. И тут синий ключ. Я не знаю, от какой он двери вообще. От вот этой, которую ты сейчас и зашел, в которую. Так, ну сказали бы, что не нужен. Ну вы, блин, так мы же не знали. Так мы же не знаем, да. Теперь стало понятно. Мы не просто так здесь, которые уже минуту лазим и ничего не понимаем, потому что мы ничего не понимаем. А это? Понимаю. Логично, да? А это еще и не самая сложная карта вроде как. Слушайте, ну я вот прохожу сейчас, прошел первый этаж, вроде бы весь прошел. О, здесь ключ под сковородкой. Да, ну да, но его нужно... А может быть, мне нужно этот кабель в плиту засунуть? Как вы думаете? О, давай попробуем. Так, у меня 1.5 минуты, я успею дошкандалять? Ну, кто тебя давай, знает? Давай, успеешь. Ты где сейчас вообще? Я спускаюсь вниз. А, вот, Ульяна, вот сюда. Вот, дверь так. Вот туда и прямо. Прямо и налево, да, спасибо. Да. Давайте присядем. Что, работает? Вам нужен, нужен дрова. Нет. Дрова были на улице, ребят, ну-ка за мной быстро. Серьезно? Так они не брались, я смотрела на них, они просто там валяются мертвым грузом. Вот, ребятушки, вот, на улице, вот он я, где, видите меня, пожалуйста, увидите меня, ребят. Нет, пока не видим. Я знаю, что там дрова, я их уже видела, но они не брались. Вот. А что сейчас взялись? Взяла дрова. Проиграла игру, 40 секунд осталось, сейчас убью тебя, дрова у нее ничего не брались. Ничего не проиграла! На самом деле здесь предметы очень странно берутся, и я не удивлюсь, если действительно дрова просто не брались. Так, а как зажечь-то теперь? Нужны матчи, то, что Ульяна выкинула, это спички!
беда. О, ясно, ребята решили... Ой, ладно, понятно. Ну, всё. Я считаю, что нам нужно просто еще раз повторить эту же карту. Раз, два, три, четыре, пять, я иду искать. Получается. Не надо. Ну-ка. Никуда идти не надо. Ну-ка, Ульян, что расскажешь интересного бабуле? Бабуля любит истории. Это... О, здравствуйте, уважаемая Лана. Ну-ка, иди-ка сюда. Сюда! Ну, ладно. Ну, мы были близки, наверное. Наверное. Ну, хотя я не уверена. Ну, давайте тогда еще раз попробуем пройти. Я надеюсь, что у нас получится, но я не уверена. Ульяна, привет! Ой! Привет. Там опять ёжик. А мне приветы. А мне приветы будут? Никакой приветов тебе хочется. Не привет. А не надо тебе привет. Бабуля, я думала, почему ты здесь. Бабулям нужно внимание вообще-то. Ну чё вы такие, я не понимаю. Я не вот... обижайся. Ёша, а почему тебе так везет на вот это все? Почему ты опять бабка? А может быть, Ёша был бабкой когда-то? Почему так грубо бабка? Все, осуждаю вас. Вы грубите мне и умираете теперь. Все. Вторая личность. Как там этот, альтернативная, как там, что там, я не помню. Вообще, я там не разбираюсь. Ульян, не надо его выводить из себя, а то он сейчас отомстит. И, скорее Извините. Всего, мне. Так все и будет. Ладно, иди, быстро Ёши, иди, Ёши, готовь как мне. Там, как там было? Я не помню, как кто-то там, я забыла, как там, как там тебя зовут. Сейчас вспомню. Ёшисинья Пирожепечененко. Точно. Это идеально, ребят, ну скажите, это идеально, ну, да, пишите вот в комментариях, вот, давай вставляй сюда деревяшку, ты же брала деревяшку? Я ничего не брала, у меня ничего нет. А я могу что-то применить к себе? Кто брал деревяшку? Не было там деревяшки! Это было в прошлом раунде, Ёша, ну что ты, ну склероз, наверное, замучил, да? Ну такое, ну немножечко, я же бабуля все-таки. Так, открываю, о, а дверка-то не открывается, ребят. Вообще бесполезная, потому что я ничего не нашла. Ладно, что-то нашла? Да, Ульян, я еще и спички нашла. О, я нашла матчи, я нашла матчи. О, это я их туда кинула, да. Ой, молодец. Только нам теперь нужно дрова. Да, только смысла нет. Да. Ладно, я буду помогать вам искать дрова. Я все-таки ваша добрая бабушка. Ой, тогда прошу прощения за немножко такие грубые шутки. В общем, там про склероз. Про склероз? Нет, ничего страшного. Я уже и не помню, что ты там шутила, да? Честно говоря. Хорошо. Блин, а Ульян, я нашла вот ту же самую штуку, которую ты находила, и теперь не знаю, что с ней вообще делать. А, этот провод непонятный, никому не нужный. Я тебя понимаю. Ну это пока никому не нужный провод. Давайте искать, так, куда его можно применить вообще. Давайте сначала эту дровину найдем. Я даже не знаю, как она выглядит. Я не видела ее в прошлом раунде и вообще не могу ничего найти. Ну ты ж полено видела в жизни хоть раз? Вот так и выглядит. Ну а вдруг тут не полено, а доска, например, какая-нибудь, кто полено. Знает? Полено. Мы-то видели. Хорошо. Мы-то видели. Давайте пройдемся. Ребят, я нашел, куда надо применить этот колесо то. Вот сюда. Ну, колеса-то сейчас нет. А, ну так колеса нет, да. Ну, вы капец. Нам бы дрова и... Ой, мы здесь так, были? Так, ладно, где кажется, вы были уже? Нет, вы были внизу? Ну, мне кажется, мы отсюда пришли, и поэтому я не думаю, что мы здесь что-то пропустили. Где же дровишки? Так, Ёшислав, так, ничего не вижу, ничего не... Ёшисинья, простите. Вижу. Ой, извините, пожалуйста, Ёшисинья у тебя. Какое ужасное я придумала у тебя имя, потому что я его не могу выговорить. А вот этот ключ кто-то это брал? Кому-то нужен какой? Этот ключ? Вот этот вот. Так, а ну-ка, можно, пожалуйста? Синим уже открыли, да, я так понимаю? Да. Синим, да. Ключ оружия, это у дедули, но мне кажется, мы сможем при помощи его убить ну, тебя. Ну это бесполезно. Да, давайте это бесполезно. Проверим, забирай деле, лучше вдруг... ту штуку. А вдруг ну давай, там ладно, я за тобой есть. Пойду. А где я не помню, где это вот здесь? Дедушка, на втором этаже. Нашла? Электрошокер. Электрошокер, ну сейчас ляпнешь меня и все. Давай. Вот, грибочки, 13 секунд я... Вот и все. Ну ладно, давайте искать, потому что, блин, вообще непонятно, где могут быть поленья эти, кружочки эти, которые поворачивают все. Я нашла колесо. О, колесо на улице, там где этот, как его зовут-то, мост. Сарай? Не-не-не, там где мост. А, Ёш, я туда уже нажимала. Ну, плохо нажимала, значит, потому что там явно для него место. Да, я-то очень много раз нажимала. Ну, на самом деле, опыт такой есть, что, возможно, такая траектория была немножко неверная. О, здравствуйте. И поэтому... А, о, я думаю, что это происходит. А, ой. Ну, это страшновато немножко. Так, ну, я опять иду. А может быть в воде что-нибудь есть? Как вы думаете? В воде. А вы выбросили этот провод, да, ребят? Да. Ладно. Ты нашел? Да, нашел. Ты нашел, где применять провод? Ты серьезно? Нет, я нашел провод. А, ну вот. А может быть провод нужно к машине применить? Слушайте, реально колесо работает. Ха-ха-ха. А я говорил. А там дров не видно? Нет. Дров
не было нигде еще. Клина. А, слушайте, подождите, так может быть ключ уже от ворот, которые на сковороде. Ну, в любом случае, нам нужны дрова. Да уж. Поэтому, да. Без дров не обойтись, я согласен. Ой, так, мы были в подвале, ничего нет. Где мы еще были? Мы были везде, но, видимо, мы что-то пропустили. Клина. Я вообще тут ничего не понимаю, какая сложная карта. Это вот обновление они хотят сказать. Ага. Чтоб никто не прошел, даже когда бабуля на вашей стороне. А бабуля явно на вашей стороне, ребятушки. Да, бабуля хорошая. Так, подождите, я... Я. Так, я обошел кругом дом, и здесь ничегошеньки абсолютно нет, к сожалению. Сейчас буду смотреть на первом этаже все. На первом этаже тоже пока ничегошеньки интересненького. А вы все шкафчики открывали, ребятушки? Ну, я старалась все, Дрова! Где? В камине! Возле камина, как бы, Обалдеть! Вот это же логично, ребят, ну вы чего? Так, ладно, а там этот матча... Они внизу, спички! Внизу! Давайте, я вас жду здесь, давайте. Берите. Приветики. О, здорово! Ребят, мне кажется, вы сейчас сбежите. Так, раз, два. Опа! Так, процесс пошел. Так, готовим, да, так, дальше. Ёша, ну если бы ты отошел... Ключик берем. Уважаемая извините, бабуля. Пожалуйста. Уважаемая бабуля отошла. Всё. Так, берите, забирайте. Это ключики. Безопасный так. Ключ. Безопасный ключ. А может быть, Ёша действительно прав. А безопасный это где? Ну, наверное, безопасный, типа сейф. А зачем тогда вот эта вот штука? Зачем? Провод? Вот то, что а у Ланы, вот да. Кто его поймет? Может быть, это нужна какая-то подзарядка? А слушай, а ты не проверишь, Лан, вот сюда, может быть, к машине? Да там, тут даже быть, кнопок вдруг... нет никаких. Я, конечно, подумаю. Давай, Ульян, вот сюда, давай. Так. Но? Нет? А что говорят? Что нужно? А мне ничего не говорят. А почему мне ничего не говорят? А мне не нравится, почему мне ничего не говорят. Ульяна, попробуй здесь. Не так. Знаю, как это сработает. Кнопочка Е. Кстати, ага. Ну чё? Не, нам нужен предохранитель, а не подходит. Да блин, а откуда тогда этот ключ? А где вообще дверь? Вот это какой-то кошмар. Ну что за бред? Вообще непонятно. Так я и даже не видела запертые двери, в принципе, где-то на этой карте, да, в этом доме. Да, я согласен. Тут открыто. Ульяна, я нашла! Ульяна, иди ко мне! Ульяна, вот сюда спрыгивай, вот сюда, вот смотри, где я, вот тут. Вот. Я иди здесь. Вот. Отлично, а, теперь за мной. Вот сюда. Это а дверь это? По-вашему. А, я это по-вашему какой? И что это? Кокос? Кокос. Надо его разбить, наверное. А зачем кокос? А как его разбить? Не знаю. А куда его девать? Может, тебя покормить. Ты не хочешь, что не Володин? Я, ну, вообще-то Пойди бабушка кормит своих ел. Внучков, а не Ладно. Наоборот. Спасибо. Кокос должен быть на кухне, правильно? Ну, кокос. Ну, не факт, конечно. Согласна. А там не написано, что это? Ну, это же явно не кокос. Написано кокос. Кокос, так и написано. Серьезно? Может быть, на английском как-то по-другому, да вроде бы так же звучит. Ульяна, может, кокос на предохранитель поставить, а? К сожалению, нет, пишут, что нужен только предохранитель, и, в общем, да, ничего другого они не принимают. Да, блин, а ты говоришь, мне страшно. Ну, в смысле, не ты, а бабуля. Ага. Да я сам, честно говоря, себя побаиваюсь немножечко, саму малость. Иди, разбей, вот тут же эта штука есть такая, может, он до гильотины, и поставить его в гильотину. Ребятушки! Ладно, ты просто мегамозг, просто капец. Вот он, предохранитель. Господи, скорее, две минуты. А я еще и вставила в генератор эту штуку. Там просто надо было по-хитрому присесть. Обалдеть. Серьезно? Подожди, обалдеть. Да. Но в любом случае мы бы не успели, потому что нам нужен был кокос. Поэтому, так, я забыла, это где? Это здесь? Это тут? Нет, не тут, да? Здесь. Это на третьем этаже. Ага. Да, вот тут, Ульян. Вот сюда. Бегу. Буквочка Е. Так. И на кнопочку нажимай. Открыто, там открыты ворота. Открыто, я вижу. Там выход. Я вижу. Ульяна, спрыгивай и побежали. Ёж, тоже можешь пойти, но мы тебя... Да, давайте, куда, где, как? Блин. Вот сюда, Ульяна, вот тут. Сейчас, бабуля пройдет только, вот. На самом деле, когда ты внезапно меня встретил, я забыла, что это ты, и у меня прям сердце прям кольнуло. Боже мой, это кошмар. Ну все, ребят. В общем, счастливого вам путешествия домой. Вот, а бабуля остается в своем доме. Я буду ждать следующей встречи с вами. Мне было очень приятно с вами поиграть. Ой. Нам тоже. Все, пока. Мы тебе принесем чего-нибудь потом. Все, пока. Пока. Ты сбежал и получил $1000, а еще больше. Ого!
круто! На самом деле это круто, да. Ну, слушайте, ребят, то, что мы сбежали, это, конечно, далось нам с трудом, но мы это смогли, поэтому пишите в комментариях обязательно, что мы молодцы. А на этом все. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, не забывайте нажимать на колокольчик. И всем пока. Пока. Пока.